В Донецкой области полиция отчиталась о задержании участника блокады. Мужчину сдали его же товарищи. Он был в розыске в Николаевской области за нанесение легких телесных повреждений. В блокаде участвовал с первых дней, сначала в Бахмуте, а потом в Торецке. Сдали его из-за высказывания о том, что действия блокировщиков на руку России.